зимняя рыбалка на флажки, 2012 год. Озеро не будем называть какое, здесь озеро секретное его назовем. Вот. Вот у нас флажочки стоят. 30 штучек. Первая уже была результативная. Рыбка была небольшая. Вот она лежит, красавица. Тридцать три живца. Там у нас один товарищ. Впереди Лагунов Борис. Приехал попробовать на мотылька подловить, может быть, живчика, может быть, что-то, окушка какого-нибудь хорошего. Вот такая история. Ладно, далее будем снимать новые сюжеты. Хорошо идет. Снимай, Денис. Снимаю. Хорошо идет. Багор не взяли. Багор, Валера! Тихо. Ну так что? Тихо. Ох, хороша. Вот она. Вот она. Ай, хороша. Вторая красавица. Все. Я тогда еще говорил. Хорошо. Все. Ну, короче, надо. А, все, блядь. Валера, живца давай. Ну что, очередное включение с прекрасного озера. Вот, уже у нас, как видите, улов прибавился. Вот, пожалуйста. Валерий Иванович достал сейчас зачетную щучку. А меня-то снимите, пожалуйста. Вот Владимир Валентинович смотрит за своим товарищем, которого мы заслали за поимкой живца. Борис Лагунов. Вот. Кружками смотри. Что там дергает? Расставили 30 флажочков, 30. Ждем очередных ударов, ждем. Залет. Приехали нас обрубать, аж на машине налет, вот так вот. Ну вот, уже уловы у нас прибавляются. 5 штучек уже поймано. Погода отличная, где-то минус 6, наверное, минус 10, вот так в интервальчике. Прекрасно, солнышко светит. Вот второй состав у нас приехал. Пес Барбос у нас на льду такой гуляет, красивый. Вот, красивый. Умница, вот. У второго состава уловы тоже, в принципе, хорошие. Вот щучка на килограммчика полтора, и вторая чуть поменьше. Вторую поймал, пока мы ходили, Денис. Вот плавает живец у нас. Вот живец у нас плавает, видите? Вторая взяла, хорошо. Так что такая рыбалочка. Там вот еще составщик сидит у нас впереди. Вот, тоже на жерличке ловит. Так что все у нас нормально. Ждем вечерний клев, ждем удачного завершения сегодняшней рыбалки. Ждем, естественно, зачетный экземплярчик. Но это вот такие вот у нас красавцы лежат, или красавицы. Вот Валерий Иванович сейчас идет, будет фотографию снимать. Валер, давай, что ты хочешь? Борис Алексеевич, сейчас на. Так в руки ты, да в руки двери. Вот такой сказочный лес. Возвращаемся мы после рыбалки. Я вот тащу корыто с флажками. Папа идет, Валера. Ребята-то, часть уехали пораньше. Вот. Такой вот лес. Красота. Клея. То есть все как положено. Настоящая рыбалка. Отловились сегодня хорошо. Щучка порадовала нас. Зачетных не было, к сожалению, экземпляров. Но были полутора килограммовчики, хорошие, отличные.
Сейчас мы. Опа. Осталось до берега нам, до машины, имею в виду, уже чуть-чуть. Так что придем, будем отдыхать. Всем пока. Ну что, начинаем сегодняшнюю запись мы с прекрасного озера, опять же. Название не будем называть, озеро загадочное у нас сегодня. Расставили, как всегда, 30 штучек, 30 флажочков. Уже были результативны. Вот сейчас я покажу. Значит, вот такие вот экземплярчики. Это у нас Макс достал. Макс. Сейчас пока временно маленький перекус. Владимир Валентинович, значит, смотрит, контролирует обстановку на озере. Я сейчас... Она пустая была уже. Да, я сейчас сбегал, ничего не достал. Ну, в общем, будем сейчас так далее снимать. Погода чудная сегодня. Где-то около минус 2, минус 5. У нас 3 уже, что ли? Вот. А, небольшой ветерок и солнышко. Погода прекрасная. Ну-ка, щелкни меня. Вот она. Вот это отличный, отличный, отличный экземплярчик. Очень хороший. Ну, вес приблизительно килушница, наверное, кило, может кило быть. 200. Кило 200. Это где-то около килограммчика. Это, да, нет, это грамм 400-500. Ну, грамм 500, наверное. Вот. Ну, все, ждем новых включений. Ну, давай. Может, ветром, слышишь? Да ветром, наверное, перехлестнулась она. Размотала бы, не размотала бы ветер. Ветер бы не размотал. Да. Денис, такую глубину? Да. Да, где-то так. Чуть-чуть полоборота, да, еще? Больше, меньше. Ну, покажи мне груз. Вот так вот, нормально. Вот ручку вниз опускай, и все. Ну что, сегодня у нас не очень клевый, как говорится, день. Проверочка флажков идет. Маленький обходик. Ветерок поднялся. Но в целом погода хорошая. Рыбалка сегодня, к сожалению, не особо удачная. 2 хвоста поймали. 4 холостых поклевки. Да, не хочет она сегодня что-то брать, не хочет. Ну, продолжаем включение загадочного озера. Расставили сегодня порядка 25 флажочков. 27 вот меня поправляют. Уже были результативные. Вот лежат две красавицы. Две красавицы. Одна где-то, наверное, под трюндель. Под трюндель. Вторая чуть поменьше. Видео. Вот она, живая еще. Видео я... Это видно уже. Видео она я не включал, потому что не успевали, пока расставляли, были поклевочки. Вот, а вторая. Вот еще одна. Вторая чуть поменьше. Владимир Валентинович реализовал, как говорится, эти две поклевки. Валерий Иванович тут, пожалуйста, вот. Да. Тоже заснял. Валерий Иванович, опа, значит, за рыбку. За поцеловать рыбку. Ее. Голубушка. Вот. Я думаю, это не последние сегодня. Отлично, камера – это вещь. Будем ждать, как говорится, очередных включений, будем видеться. Также кто-то продолжает проезжать сюда на машинах, вот видите следы. Вот, оставляет за собой, как всегда, какой-то мусор непонятный, который мы все время стараемся со льда уносить. Сейчас на берег. Сейчас собирать мусор. Вот, потому что озеро очень хорошее, часто здесь оно нас балует хорошими экземплярами. Вот, ну будем ждать новых включений, тогда до связи.
Значит, смотрим, сколько... Сейчас производим тест льда. У нас, машина сколько выдерживает, какой толщины? Да, сейчас будем смотреть, сколько лед, померяем. Так, сколько крючок берем, убираем. Сколько? Вот лед. Чё, дай-ка я еще. Ё-моё. И цепи, и сразу крючок убирай минус. Крючок минус убирай. 80 км. Сколько? Так, лед у нас 350 км. 100, 200, 300, 400 точно. Почти 400, да. 400 мм толщина льда. Машина удерживает джип. Мазда. B2500. Оп. Подсечку дал? Да. Подсечку дал. Не Валера, всегда. Давай. Валер, давай. Подтекай. Опа. Тихо, тихо. Пошел, пошел. Тихо. Давай, давай, мотай, мотай. Тихо, тихо. Мотай. Не заходит нихуя. Ничего, не ругайся. Все отлично. Тихо, спокойно. А слабину дай. Отдал слабину. Ничего. Ну, то ли за того, то ли за того. А, груз уже есть, вижу. Да. Тихо, рукой. Тихо. Отпусти тогда, отпусти. Не. Отпусти. Я отпустил. Так отпусти, все, там не. Нет рыбы. Есть рыба. Тихо. Отпусти, все. Отпусти, Валера. Отпусти. Отпустил. Да ты держишь, отпусти. Отпустил. Все, отпусти, не держи. Да. Ну вот вижу. Хуй. Да не ругайся, что ты... Как это? Взяла, а, взяла поперек. Да. Под камеру. Взяла. Все, опускаем. Ничего. Да. Ничего. Трава. Трава. Ну все, все, я да. Опущу. Давай, давай. У нас сегодня, в принципе, очень достойный улов. Есть, как вы видите, и покрупнее, и помельче. Да, то есть... Да, и по сопли. Вот это пчела последняя. Да, вот 4 у нас, в принципе, очень зачетных щучки. Ну и, соответственно, сколько у нас? Общее количество мелочевки у нас 6 штук, да, десяточек ровно. Десяточек на 30 флажочков. Со второго состава, кто приехал, выручили нас двумя-тремя живцами. Так скажем, да, сейчас был очередной удар холостой. Вот, вот такая вот рыбка трудовая. Вот. Очень, в принципе, она вся, полагаем, что с икорочкой. Сядь, тебя щелк, с икорочкой. Сядь. Валерий Иванович, присаживайся. Владимир Валентинович вот, тоже. Да, да, да. Вот. Вот Валерий Иванович у нас сегодня да. Хорошо порыбачил. Значит, Владимир Валентинович. 8, 9, 10, да. Вот. Сейчас будем заниматься дележкой данной рыбы. Давай, заканчивай. Килограмм 8 поймай. Вот. Я ну думал, да, 8-10 килограмм. Ну все, тогда всем до свидания. Значит, завидуйте, так скажем, хорошим уловом. На хорошем озере. Не будем называть его официальное название. Озеро Уловистое.